Наша клинская дружина, не только клинская, да, и клинская. И головинская. Да, головинская. Поздравляет всех с наступающим Новым годом. Желает Новому году счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно, побед на лыжне. Спортивных результатов, да, хороших. Здоровья крепкого. Самого вам здоровья. Витек, а ты что? Я желаю чтобы всем открыть всем, как Витек, сезон. Всем, да? Открыть сезон обязательно, участвовать на соревнованиях, по-любому во всех. И тренироваться. Главное не опаздывать на старт. Главное не опаздывать. Устраиваются все основные у нас тут. Так, видео со старта. Клину. Да. О, Витек бежит. Витек, давай сюда, Витек. Ну. Пока пробки, навигатор тут фиг найдешь, короче. Я вообще с работы током. Витек, потом снимем. Надеваем, Саш. Ладно, Витек все равно догонит, он 70 километров. Вы его на финише остановите только. На финише тормозил его, Витька. Юмка, почему тут поздно? Готовы? Ну давайте с Богом, мужики. Саш, отходи, Саш. 5 секунд. 3, 2, 1, погнали! Ура! Давай! Давай, держись, держись. Thank you.
Упал, блин. Упал. Я вчера зарабатывал. Да. Сам же пиздец, наверное, поворот. Ты чё? Чё, самочувствие плохое сегодня? Тошнило. Серёга, всё хорошо. Отлично, чё ты? Хорошо. Молодец. Лыжи поменял, да? Третья гонка подряд, пятая гонка за 7 дней. Ничего себе. 60 плюс выиграл. Все в призах, да? Нет, 60 плюс я все выиграл. А 24 плюс там что-то было. 8, 12. Нормально. Нормально, молодец. Короче, получается скитур. А куда у тебя анонс, когда гонки там? Так, 4-го Чапрянов, 4 километра. 15-го, 16-го область ветеранская. 15-го Зеленоград. 15-го Зеленоград. Ну, в общем, 15-16 выпусков. Я себе помогу, то был, блин. Женька вот сегодня третье место, да? Да, но сегодня очень тяжело было. Он Таганрогский намного интереснее. Почему? Ну, не знаю, это традиционно для меня трасса тяжелая. И не хватило концовку. Не, прошел ты хорошо. Не, концовка как шел, так и шел. Лыжи скатились только в конце. А все-таки... Который на Дмитрия готовил, поначалу от тебя отставал, а потом уже вот этот лесок был, я уже за тобой сел и тебя достал за счет лыж. А начало и большой спуск ушли вы первые, чтобы потратиться, да, доставать. А ты еще как? Я первый раз с вами сталкиваюсь. Из какого города? Из Клина, с пятого тоже. Просто никогда не получалось с вами вместе погоняться. Вот, я там живу. Да, вы, короче, сильные ребята. Каким, вас вообще не догнать. Туристы, да. Туристы. Да уж. Ты не палишь, я выезжал. Давай, вот наш этот, главный бегун Клинский. А где
держись. Сегодня пробежал первую свою лыжную гонку. Да, Александр, скажи, как тебя гонка прошла? Первый по 4.50. Да кого-нибудь-то обогнали. Да, кого-то трех обогнал, а потом не знаю, куда они делись. Молодец. Спасибо. Вот чемпионов награждаем. Солнечногорские у нас сегодня чемпионы, и Дмитровский. Сергей Моряков! Давай! Здесь я! Вон он! Я здесь! Юбилейный 45-й год. Первое место награждает Сергей Моряков! Второе место! Подождите! Какая игрушка! Спасибо! Костин Сергей! О! Квадратный медаль у вас. Класс. Ребята, вот всем у нас привет. Да, чемпион сегодня выиграл из Дмитрова. Да, Александр. Приехал из Дмитрова, сделал жене подарок на день рождения. Мне да. Сегодня день рождения. А, поэтому... сегодня день рождения? Да, вот я и привезу подарок. Молодец. Всем спасибо. Как у тебя гонка-то прошла? Расскажи. Гонка? Поначалу старался держаться за людьми в группе, а потом, смотрю, на спусках чуть накатывал и ближе к концу, там, за полтора километра начал. Думаю, надо вперед выходить и уже дорабатывать. Убежал, до финиша. Силы есть, молодец. Александр, поздравляю. На финиш тяжело был, парень. Ну еще бы, всегда первые места просто. Он начал отрабатывать прям, да. Пришлось терпеть. Молодец, ладно, спасибо. Вообще удачно. Побывал в Клину. Нет, ребята, вот подписывайтесь все новичка, я ссылку оставлю в описании своего канала. Да. Вообще канал очень классный, позитивный, лыжный, все как мы любим. А у себя на канале я оставлю ссылку на канал Димона, вы подписывайтесь на него. Там у меня рубрики интересные, вот. И эту гонку я тоже записал и оставлю ссылочку на канал Димона. Спасибо, Витя. Все, ура. Так, у Женьки сегодня две семейные медали. Третья, вторая. Да. Сын занял и Женька. Сын превзошел отца. Вот сын Евгения Барсукова. Расскажи, как бежал-то? Да, короче, там, когда был первое это... Та... Не упал нигде? Не, только чаще всего. Понравилось бежать? Мы съехали бежать, хорошо, о, да. Молодец. Вот в последнее время там вообще жизнь была. Кошмар. Отдышка. Ну, ладно, новогодняя гонка весело сегодня, да, было? Всех наступающим. Да. Так, ребята, вот у нас организатор гонки сегодняшней, новогодней, Александр Окунев. Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, счастья и спортивных достижений на лыжне. Ура! Ура! Спасибо! Ура!